тепле своего тюменского кабинета Владимир Валентинович вспоминает северные приключения конца 70-х. Как в экспедициях шли по нехоженным тропам, пробивали дороги, а чтобы согреться, топили углем. Зимы были суровыми, минус 60. Вот так вот перчаткой берешь за оттяжку вышки, ее вот так вот завиваешь, она как струна дзынь. Но сияние было, видел такое, что это самое, все небо горело. Бытовые трудности тех лет подзабылись. За плечами главное – работа с легендарным Фарманом Салмановым и открытие больше полусотни месторождений. Сегодня у Владимира Валентиновича берут интервью, о нем снимают фильмы. Профессор передает свой богатый опыт новому поколению геологов, тем, кому предстоит продолжить большое дело. Вот сегодняшняя наша молодежь, большинство, я не буду говорить, что все, но большинство, они в состоянии это сделать. И у них очень много творческих идей своих. Они очень грамотные. Вот этот дух буровика, он воспитывается именно вот там, когда тебя раствором обольет, когда ты кувалдой намашешься, лом сломаешь. Владимир Салтыков стал участником окружного проекта «Герои Ямала». И пусть в этом году здоровье не позволило посетить места молодости, в следующем северяне ждут его в гости. Марина Осколкова, Александр Суворов, Климентий Горбунов. Время Ямала. Тюмень.